Всем привет! Блог авантюриста на dvhub.ru уделил немало внимания различным высотам. Прыгали мы из крыши, из тарзанки и катались на троллее над пропастью. Но немножечко не раскрыта осталась тема, на наш взгляд. Сегодня мы будем прыгать безо всякой страховки, сверху вниз. Ну и постараемся при этом остаться в живых. Как это будет, смотрите в нашем выпуске. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне, откуда вообще взялась такая замечательная развлекуха надувная? Это взялось, мы были на выставке в Москве, на лыжном салоне, и увидели как раз вот именно такую же подушку. Была разгонная конструкция, прыгали ребята на лыжах, великах, роликах. Просто. Здорово. Что нужно знать, чтобы прыгать и, не знаю, ничего себе не повредить? Есть какие-то определенные? Главный критерий — не приземляться на голову, то есть приземление на голову, шею, ну, чревато. Шея болит после этого долго. Вообще не больно приземляться? Нет, приземление абсолютно не больно. Единственное, стараемся все-таки приземляться на спину. Наиболее оптимальное приземление, наиболее безопасное. Ну, что-нибудь еще нужно мне знать, прежде чем я наконец прыгнул? Вот здесь, кстати, сколько метров высоты? Здесь 8 метров. О, 8. Информации достаточно, можно прыгать. Ясно, хорошо, спасибо. Ну, пойдемте. А можно в воздухе все, что хочешь делать, там, не знаю, как-то крутиться, там, не знаю. Да, все что угодно, то есть, ну что способно, могу показать. А давайте. Ну все, друзья, пойдем. Поглядим. Эй! Вообще после тарзанки и после троллея высота кажется крайне небольшой. Ну, как бы 8 метров, казалось бы, каких-то всего. Но с другой стороны, 8 метров — это третий этаж. Часто вы, друзья, прыгаете с третьего этажа? Я вот. Вот. Что, она выдержит с 15 метров, да, если прыгнуть? Прыгали, выдержала. Классно. Ну вот, прежде чем я попробую, надо посмотреть, как это вообще делается. Давайте посмотрим, дорогие друзья. Свободное падение безо всякой страховки даже с небольшой высоты вызывает некоторый мандраж. Уцелеть при падении нам помогает огромная подушка. Собственно, она и есть основа этого замечательного развлечения. Всего несколько секунд полета, и вот мы уже нежимся на огромном надувном облаке. Кроме огромной подушки, здесь есть еще вот такие вот замечательные батуты, дорогие друзья. На них ребята отрабатывают различные трюки, прыжки, сальто вперед, назад. Ну, мне пока отрабатывать нечего, так что я просто наблюдаю. Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы освоили, каким образом можно прыгать без страховки и не бояться при этом разбить себе чего-нибудь. Так что, если вам приглянулась эта замечательная подушечка, которая есть в нашем городе Хабаровске, приходите, прыгайте, ну и покоряйте одну высоту за другой. С вами был блог авантюриста на dvhub.ru. До новых встреч, друзья! Воу!